Янукович согласился на продление срока пребывания Черноморского флота в Крыму, потому что у него не было другого выхода. По его признанию, причиной уступок Москве стало критическое состояние украинской экономики. Однако скидка на российский газ обернулась стране потери Севастополя еще на четверть века. Местная оппозиция считает обмен неравноценным. Противники Януковича заявили, что Киев уступил в важнейшем геополитическом вопросе, причем ничего не получив взамен. Во Львове тем временем требуют импичмента Януковича. Депутаты местного горсовета считают недопустимым пребывание Черноморского флота России в Крыму после 2017 года.